Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать улицу Советскую. Вот сейчас мы находимся напротив церкви. И вот так снизу поедем до бульвара, потом развернемся и вернемся обратно к церкви. Мы сейчас с вами подъезжаем к перекрестку Советская Карла Маркса или Мирзо Улугбека по-новому и едем дальше. Сейчас мы подъезжаем к перекрестку, налево будет Ленинская, направо 37-я школа, Ховренко. Мы едем дальше прямо. Вот перекресток Фрунзе, Советская. Первая баня у вас на кадрах. Сейчас будем проезжать поворот на Шаумяну. Начало Шаумяна. А сейчас вот перекресток с Узбекистанской. Впереди у вас поворот на церковь или на комендатуру. Сейчас мы подъехали к перекрестку с Университетским бульваром, развернемся и поедем обратно. Вот справа вы видите здание, где раньше был кинотеатр «Орленок». Сейчас
его отреставрировали, здесь городской хоккемиат. Вот впереди сейчас будет гостиница «Заравшан». Вот она у вас на кадрах. Дальше был вход на парк, здесь сделали сейчас молодежный центр. Вот опять перекресток с Узбекистанской. Сейчас справа вот у нас парк. В основном все качели, аттракционы здесь, которые стояли раньше, увезли в железнодорожный парк. Здесь все поставили новые, не так много, но тоже неплохо. Потом, когда чуть-чуть потеплее эти парки откроются, мы постараемся вам показать, как изменились наши парки. Железнодорожный парк, центральный парк. Мы сейчас с вами подъезжаем опять к перекрестку. Советская. Сейчас мы будем проезжать краеведческий музей, вот он, на ваших кадрах. Тут на перекрестке сейчас детский сад. Многие, наверное, его помнят. Ресторан «Астория Классик». Вот мы едем дальше. Это перекресток Советской, Карла Маркса. Вот мы сейчас опять подъезжаем к церкви, туда, откуда начали снимать. Она уже на ваших кадрах виднеется, церковь. Вот и улица. Советское начало. Вот это вот спуск на Курчатова. Здесь мы развернемся и закончим нашу съемку. Надеюсь, вам было интересно.
дом номер 6 по Советской. И дальше. До свидания.